Ну, хватит. Все время хочется сказать, хватит, давайте повернемся в другую сторону, давайте во благо, давайте с радостью, давайте с искренностью, давайте с любовью, давайте используем знания, ну не в убийство. Я вот такие элементарные вещи говорю, стараюсь все время просто говорить, нельзя убивать, нельзя, не надо воевать. Они решили собак и кошек замочить сейчас быстро, жизнь лучше станет, ну... Вот каждое новое предложение, оно хуже и хуже и хуже. Вот это страшно. Не со знаком плюс, а со знаком минус. И еще страшно гордо об этом говорят.